А сейчас о работе для тех, кто не боится 50-градусных морозов и полярных ночей. Компания «Резком Тюмени» в этом году запускает строительство объектов «Новатэк» на самой крайней точке Тюменской области – Гданском полуострове. Стройки здесь развернутся небывалых масштабов, а потому организация приглашает для трудоустройства вахтовым методом опытных специалистов своего дела. Кто сможет найти работу мечты и на каких условиях, расскажет Анна Сергеева. Эта новая дорога на Дым-Салехард была построена в условиях крайнего севера. Для этого через болото по вечной мерзлоте засыпали 3 миллиона кубометров грунта. И вот результат. Федеральная трасса связала Ямал со всеми субъектами России. Компания «Резком Тюмень» за 15 лет реализовала немало масштабных строительных проектов. Один из важных – это строительство участка дороги Сургут-Салехард. Сделан на совесть. Еще один значимый – взлетно-посадочная полоса в селе Красноселькуб. Раньше добраться до большой земли местные жители могли только по воде или по зимнику. Сейчас аэропорт сможет принимать самолеты и вертолеты, даже такие, как Ми-28. Объект торжественно сдан. И сегодня компания ищет сотрудников для работы в суровых условиях севера на новом проекте. Это нефтегазовые месторождения на Гданском полуострове. Мы сейчас в преддверии зимнего сезона строительства предлагаем очередное повышение заработных плат, причем по отдельным специальностям достаточно существенное. Например, мы предлагаем заработную плату водителям сидельного тягача 100 тысяч рублей, машинистам автокрана 120 тысяч рублей и машинистам бульдозера 130 тысяч рублей. Для строительства дорог нужны экскаваторщики, водители самосвалов, автогрейдеров, плюс сотрудники, которые обеспечат быт рабочих на вахте, повара и коменданты. Весь список вакансий доступен на сайте компании. Здесь же можно оставить заявку. Основное требование – опыт работы. Сотрудникам обещают все положенные по закону льготы и госгарантии. Это оплата больничных листов, отпуск вахтовикам, плюс еще отпуск за работу в районе Крайнего Севера, выплата районного коэффициента северной надбавки, доплата за работу вахтовым методом. Зарплаты белые, стабильные, два раза в месяц, полностью перечисляются все налоги, все обязательные пенсионные взносы. Только за прошлый 2020 год, несмотря на пандемию, компания «Резком Тюмень» выплатила сотрудникам зарплат на общую сумму 1 200 000 000 рублей. В этом году цифры уже больше. Анна Сергеева, Анастасия Ализаревич, Алексей Безделов, Тюменская служба новостей.